Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромнейшее спасибо вам за поддержку. Чтобы избавиться от болезни, нужно сначала победить ее на духовном уровне. То есть изгнать, как говорится, дух болезни из себя. В этом случае тогда и тело справится быстрее с недугом. Вот все, что отнимает у нас энергию, вот все негативы, это могут быть эмоциональные блоки, вот все это нужно убрать. Потому что все то, что энергию отнимает, вот эти обиды, злоба, еще что-то такое подобное, все это работает на болезнь. Помогает болезни укрепляться. Я расскажу сейчас о простой шаманской практике, очень эффективной, которая поможет очиститься от подобных негативов, укрепить иммунитет и, соответственно, изгнать болезнь. Что для этого нужно? Возьмите камень. Обычный, камень примерно вот такого размера, можно на улице где-то взять. Вымойте его хорошо. И вечером, перед тем, как ложиться спать, уделите буквально минут 5. Возьмите камень в руку и считайте, что этот камень – этот магнит. Ему нужно отдать вот все, что у вас на душе. Вот именно что тяжко на душе, тяжесть какая-то. То, что вас мучает, может быть, беспокоит. Может быть, обида на кого-то есть. Может быть, на кого-то злитесь, кого-то, может быть, ненавидите. Вот все это нужно словно переместить в камень. Вот почувствуйте, что завтра вы начинаете новую жизнь. И в этой новой жизни нету места подобным негативным эмоциям. Ни злобе, ни обиде, ничему такому подобному. Вот все, что вас вот именно давит вам, тяжко может быть, какая-то несправедливость, может быть, обида на жизнь. Вот все это в этот камень переместите. Завтра вы начинаете новую жизнь, и там этого быть не должно. Минут 5 вот так подумайте об этом. Именно вот таким вот образом прочувствуйте. А затем этот камень нужно положить под подушку себе. Или если это неудобно сделать, положите рядом с кроватью. Что вот этот камень, он как магнит. Пока вы будете спать, он будет продолжать из вас вот это все вытягивать. Утром, когда проснетесь, нужно выехать на природу, куда-то за город. Можно в парк куда-то. Можно в лес. И этот камень нужно бросить. Бросить на землю. Или на снег, под которым земля есть. С таким чувством, что вы это все отпускаете. Вот то, что вы в этот камень вложили мысленно. Вот все это вы отпускаете. И когда бросите камень, скажите такие слова. Как с души камень, так и хворь из тела моего прочь истинно. И вот там, где камень бросили, рядом оставьте какое-то небольшое угощение, там кусочек хлеба, может быть, печенье. А вернувшись домой, умойтесь прохладной водой. И в процессе умывания, или когда умоетесь, те же самые слова, тот же заговор еще раз произнесите. И когда вы так сделаете, вы отпустите все эти негативы, которые держали в себе. Может быть, какие-то остатки где-то останутся, но вы их мысленно все равно отпускаете, сбрасываете. При необходимости, когда это делаете, когда это чувствуете, заговор можно повторить. И вы, освободившись от этих негативов, вы укрепите свой иммунитет и быстрее избавитесь от любой хвори. Вот такой вот простой и очень полезный заговор. Как изгнать дух болезни. Еще, друзья, если у вас есть враги, недоброжелатели, те, кто вам вредит, может быть, желает зла. Если такой человек есть, обзовите его одним словом. И он навсегда исчезнет из вашей жизни. Посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.